Сегодня у нас поход в мокрую балку с выходом в Березовское ущелье. Валентина, доброе утро. Доброе утро. О, Елена. Мы так быстро все в автобус сели, что толком не поздоровались. Доброе утро, сестра Маши. Доя. Максим. И Сергей. И Сергей, замыкающий. Даже Владимир уже прошел. Давайте, я потом ускорю, будете бежать на видео. Тын-тын-тын-тын. Да-да-да-да. Плечку? Хорошо. А у меня там канал есть маленький. Я пришлю ссылку. Клуб пошел на спуск. Отстают только те, кто не подготовил трекинговые палки для спуска. Тут Владимир помогает. Так, мы спустились вниз. Здесь вот заброшенный пионерлагерь, я так понимаю. Всякие вот тут интересности. Пионерлагерь заброшенный, вот наши отстающие. Что, пошаримся? Есть у нас время? А, в заброшку не пойдем? Блин, так хотелось. Ну, так это самое, это же интересно. Они сидят, да? А то сейчас вы уйдете, а я там один останусь. Да, дело не в привидениях, что я вас потом не догоню, не найду. Вот они сидят, беседки уже. Уже отдыхают. Проходим мост, он гремит, как гром. Речка. Так, опять мы мимо заброшек проходим, в которые мы не заходим почему-то. Это какая-то... половая, видимо, была. Интересно. Мы с Сергеем пошли на разведку. Сейчас поднимемся, посмотрим. Хотя лестница опасная, наверное, я не буду рисковать. Как бы она подо мной не развалилась. Ну, пойдем. Тут все заросшее. Тоже лестница в никуда. Ой, я все-таки залез по этой опасной лестнице. По другой, точнее, с другой стороны. Здесь вот следы пожара, видимо, какого-то. Все заросшее. Какое-то крылечко. Вот и вход. Так, попробую сейчас включить фонарик. Что у нас тут? Здесь у нас какая-то кладовая. Тут маленькая комната. А, летучая мышь. Видели? Так, здесь у нас туалет. Еще одна комната. Еще какая-то комната. Комната. Вот она. Или это птичка. Еще комната. Главное ни во что не вляпаться. Так, и еще комната. Так, а это, наверное, столовая, которую я с той стороны снимал. Ну да. Вот так вот. Та-та-та-та. Здесь, наверное, умывальники были, может, или здесь. Интересное место. Касса, походу, какая-то. Так, здесь обвалилась крыша. Ой, мы туда не пойдем, дабы не провалиться никуда. Ой. Так, попробую вылезти в столовую. Или не буду пробовать. Или попробовать. Здесь, наверное, можно обойти. Ой. Так. Так. Так, снимаю для тех, кто не пошел. Не, по-
пошел тут везде лазить, и кому это, возможно, неинтересно. Так, что там за темное окно? Так, и вышли мы, просто вышли. Ну, что-то маловато заброшек, хочется больше. Хочется больше. Так, вот так вот выглядит помещение, где обвалилась крыша, с другой стороны. Ну, эпично. Видимо, оно тут все падало. Вот так, вот. Так, еще какая-то заброшенная избушка. Так, какой-то тут был. Кресла валяются, не знаю, что здесь было. Может, кинотеатр маленький. Непонятно. Спальные, наверное, какие-то домики. Вот от одного домика только крыша осталась. Так, пойдем искать туристов, чтобы успеть позавтракать, возможно. Вот они сидят. Так, остановились на спуске. Здесь у нас сложный спуск и по веревке, и почти что скалолазанием. Вот Ирина стоит, не может выбрать по веревке или по скалам спускаться. Ждем ее выбор. Непростой. Так, здесь у нас очередной сложный спуск. Можно сказать, по траве на попе. Внизу двое встречающих. Опа! Так, пробираемся опасными тропами вдоль речки, по камням. Ой, здесь так прохладненько, так хорошо. Все. Так, поднялись на очередной бугор. Сидим, отдыхаем, кто-то там живет. Так, а напротив у нас, вот он, это Баргустанский хребет. Смотрит на нас. Так, рванули опять наверх. Сергей вырывается вперед. Обгоняет Татьяну, догоняет Елену. Стоит очередь. Очередь вежливых, которые не лезут вперед. Как всегда, вот на ЖД переездах, которые одни в очереди стоят, а другие лезут. Подходим к очередной какой-то заброшке, которая не выглядит как заброшка, она прямо на горе. Одинокий такой домик с шикарным видом. Дошли до очередного спуска с видом на коров. Это у нас поселочек Зеленогорский, как утверждает Ирина. Так, вот он, наш очередной спуск в какую-то балку. Вышли на горку, а тут нас встречает стадо коров. Хвостами машет, рогами машет. О, красавцы какие. Так, побежит на меня. Мы уходим от Аликоновского ущелья. А вот здесь. Братство любви. И пошли в сторону Березовского ущелья. Вышли в такой сосновый лесочек. Здесь тенечек, хорошо, местами ветерочек. Татьяна нам задает темп, не дает расслабиться на привалах, поторапливает нас. Так, срочный репортаж с мест событий. В соседнем лесочке мы нашли много грибов. Вот уже Сергей все в пакет сложил. Все много, что я имел в виду. Это немного. Ну, знаете ли. Ну, и что? Ирине Харанько привет. Грибы! А вот подружка ее идет. Наверное, не были, просто Максим только ходит, я была по-настоящему. Грибница идет. Ну вот как же, без меня. Ой, какой красивый. Ага. У нас видео, репортаж. Это называется мокруха пурпурная. Мокруха пурпурная, сказал Сергей это. Ну да, звучит, конечно, интригующе. Вон Татьяна что-то там нашла. Она просто тут руками шерудит, надеется что-то найти.
Поэтому он и краснокнижник, потому что он один. И вы последний его сорвали. Да, конечно, тут надо глубже найти куда-то. Вот еще нашел грибы. На! Красивый, Сергей, 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 грибы! Смотрите, бежит, бежит, бежит. Так, нашли еще красненький грибочек вкусный. Сейчас мы его. Шли-шли, Сергея с грибом нашли. Еще одна мокруха пурпурная. Или это та же? Другая, точно. Смотрите, как они сидят в рядочек, как грибница. А кто-то не хочет сидеть. Кто-то с биноклем бегает. И какавочкой угощается. Так, остановились. Любуются там чем-то. Уж не замком ли. Сейчас пойдем посмотрим, чем они там любуются. Что там, что там? Что там? Что там такое? Вот он. Замок, коварство и любви, ресторан. Красота. Смотрите. Вот они идут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать. Счастливое число. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. А я 25-й. Идет там еще кто-то? Ну и все. Значит, 25. Проверяем, нет ли там кого-то сзади. А, еще Владимир не проходил. Смотрим, что тут нашла Лариса. Она тут маслята нашла. Смотрите, с пакетом уже ходит. С полным пакетом. Ой, сколько тут их. Посмотри, что творится. Все сварится, все переварится. С белками, да. Так, опять у нас небольшой привал. На красивом обрывчике. С красивыми видами. Это все еще Аликоновское ущелье. А, или балка Катухина. Да? А где Денис? А где Денис? Это Катухина балка? Татьяна. Не, ну если вон ту Аликоновская, то это Катухина. Ну что, навряд ли. Так, идем, идем, идем. Под скалами идем. Ух ты, тут гнездо какое прохладное. Так, Ира сейчас будет крапивой закаляться. Хочет чесаться весь поход ходить. Смотрите на мазохистов. Ух, Ир, Иринка, ух, ух. Горячая женщина. Так, спускаемся, спускаемся, спускаемся. Вот такой красивый там, красивый грот. Там уже вот кто-то внутри отдыхает в тенечке. Лена, как настроение? Маша, Маша, отлично. Так, зашли мы вот в такой грот с окошком. Смотрите, как они сидят офигенски. Обалдеть. Это Иван-чай, Сергей, какая конопля. Вы что? Полынь, это, говорит, конопля. Даже понюхала. Вылезли мы на другую сторону этого грота. Вот через вот это вот окошко. В общем, тут такая двухкомнатная, можно сказать, квартира с террасами и видом на 180 градусов. Вот они, туристы, фотографируют друг друга. И вот мы через это окошко уходим отсюда дальше. Так, вот опять мы с той стороны вылезли. И уже уходим отсюда дальше, дальше, дальше по ущелью. Вниз, вот я вижу там
кусты шевелятся, это уже наши там идут. Так, спустились мы до речечки, ручеечка. Выясняем, куда нам дальше. Что остальные ушли вперед. Так, мы остановились на обед. Тут девушки наши купаются, русалочки. Так, мы поднялись от речки, где обедали. Вот такой вот грот очередной. Красивый, длиннющий. Смотрите, как тут уютненько, прохладненько. Ветер нас поддувает. Красота. Вот они, вылезли из ущелья, строили с барабана, пошли дальше. Вот они, идут. Мы вышли из ущелья, вот в такую красивую местность. Там наверху сосны, хотел сказать, цветут, но они просто загорают. Здесь все в цветах каких-то, запахи невероятные. Вообще сегодня поход просто шикарный. Шли-шли, бивак нашли. Сидят, отдыхают, смакуют поход, наслаждаются обществом друг друга. Шли-шли, болотце нашли. Такое вот красивое болотце. Цветет, благоухает. Вокруг сосны растут. Красота. Замыкающие. Тут кричат во все горло, грибы, грибы, пойдемте искать их. Так, где грибы? Кто кричал грибы? Это грибы, это один маленький надкусанный гриб. Тут и грибов-то нету, господи, больше крику было. Грибы, грибы, Татьяна, он пока дошла, уже все оборвали. О. Вот он, урожай похода. Масленочка, там микроверсия масленочка. Все. Ну хоть не соврали. Ну как хорошо лесом идти. Целый день бы так гулял. Я не знаю, слышно меня будет или нет. Мы вышли в Березовском ущелье. Вид, конечно. Красивейший. Сейчас будем спускаться к дороге и дальше в само ущелье. Ой, красота какая. Вот мы подходим к ущелью. Уже открывается потрясающая панорама. Просто unreal. Посмотрите. Сейчас буду фотографировать. Вот он наш турклуб. Наслаждается панорамой. Если меня, конечно, слышат. Мы сейчас туда пойдем вниз. Да, питьевой, пополним запасы. Ура! Вон они спускаются, спускаются в ущелье. Красивейшее ущелье Березовское.
Добрались мы до водопадов. И вот они купаются, уже купаются. Сергей уже вон обратно лезет. Красавцы. Ну, так вы не звали. Все ругается что-то. Ребята говорят, бабочка тут такая красивая. Да, такое качество после приближения, ничего не видно. Так, я вообще собирался снять, что мы наконец-таки завершаем свой поход. Проходим бабушкины глазки, бабушкин рот. Так, сейчас покажу. Вот они, бабушкины глазки, а внизу бабушкин рот. Вот это вот скала, где лазят скалолазы. Там трассы есть. Замыкает у нас сегодня Ирина с Зоей. Так, ну остальные все уже убежали вперед. Спасибо за поход. До новых встреч. Почти что мы завершаем нашу прогулку. Вот такие вот скалы еще снимем напоследок. И последние скалы на нашем выходе из Березовского ущелья. Здесь вот такой вот детский скалодром. Или дром, скалодром. Там он лазит. Вот внизу, вот наверху. В общем, место очень красивое. Сегодня много в речке местных отдыхающих, все купаются, наслаждаются.